Ребята, короче, чтобы вы понимали, остается 10 трофеев до 30 тысяч. Я не буду объяснять вообще, почему. Я вообще мог еще вчера апнуть. Ребят, вчера я вообще приболел, у меня не было сил. Короче, ребятки, остается одна игра. Я рад, но у меня нереально дико лагает телефон. Я мог бы еще сегодня с утра апнуть, но у меня дико просто, ребята, лагает телефон. И я не знаю, с чем это связано, ребята. Я не знаю. Дико лагает телефон, дико лагает все. Я микро выключил. Понимаете, ребята, дико все лагает. Я не знаю, что делать. И остается одна катка, ребятки, 30 тысяч кубков. Это, конечно, круто, но, ребята, у меня дико лагает телефон. Я не знаю. Он особо сильно вроде нагревается, но все равно дико лагает, ребята. Я не знаю, что, с чем это связано. Остается одна игра, ребятки, и будет 30к. Я очень рад. Но, ребята, если здесь будет лаги в этом ролике, извините. И то, что он короткий, ребятки, сори, потому что я хотел записать, когда осталось, наверное, 3 катки, но, ребята, я, к сожалению, не смог. Ну, вот, ребята, ну, в любом случае, спасибо всем за поддержку, кто вообще поддерживает, потому что, ну, лучше 30 тысяч трофеев, ребятки. Вот, потому что я думаю, мы сейчас 30 тысяч апнули, ребятки. Ну, сори, что ролик это будет короткий, просто у меня нереально дико лагает телефон, ребятки. И, возможно, этот ролик будет сделан из склеек даже, потому что, ребята, телефон реально дико лагает. И ролик, возможно, будет короткий, где-то минуту две длится. Ну, сори, ребята, просто я хотел записать ролик, когда еще оставалось где-то две игры, но, к сожалению, не смог, ребята. То есть у меня жесть, но дико лагает дел. Я не знаю, с чем это связано, ребятки, но это, ребята. Сори, что повторяюсь. Ну, ребята, это 30 тысяч трофеев, просто, понимаете? Это 30к, ребята, это 30к. 30к! Па-пам, ребятки, 30 тысяч! Ребята, 30 тысяч трофеев, 30 тысяч! Дайте сфоткать. У меня аж не фоткается, ребята, понимаете? У меня же, ребята, не фоткается. Но чтобы понимать, это 30 тысяч трофеев, ребятки. Просто спасибо. Спасибо. Отличная игра, ребятки. Ролик длится всего лишь 3 минуты. Но, чтобы вы понимали, я не могу. Просто у меня телефон, я не знаю, он нагревается, он начинает лагать. Чтобы вы понимали, у меня была температура телефона сегодня 20 градусов. В итоге он как-то быстро взял и разогрелся до 40 градусов, ребят. Я не знаю, как это произошло. Короче, просто вступил к челикам, вот, что просто 30 тысяч дапнуть, я дапнул, ребята. Но ролик не такой трешовый, как я хотел. Я хотел 30 каналов, чтобы дапнуть пожестче, то есть я хотел типа, ребятки, остается пару игр, типа 30 тысяч, вот так я хотел снять, а вот получилось так вот, но, ребятки, все равно я рад, 30к, я достиг этой цели, ребятки, даже до сих пор не верится, слишком как-то быстро, мне кажется, здесь реально, я как-то слишком быстро апну, но, ребятки, я очень рад, ролик длится 3 минуты, ребятки, все за такой короткий ролик, всем удачи, всем пока, спасибо за поздравления, поздравляйте в комментариях, я просто хотел бы дольше записать, но, к сожалению, ребятки, не могу, потому что тело лагает, вот, ребятки, ну, я не знаю, почему, я не знаю, он нагревается, типа, из этого лагает, ребят, ну, сори, я не знаю, я, может, как-нибудь отнесу его в мастерскую и его там починить. Все, ребятки, всем удачи, всем пока-пока, спасибо за просмотр, кто поддерживал, ставьте лайки, пишите в комментариях, я скоро вернусь, когда выздоровею и когда телефон, наконец-таки, нормально починю. Все, ребятки, пока.